Нет, уж ты скажи. Пусть все видят, как ты ко мне относишься. Как ты... как ты прессуешь меня. Вот сейчас я тебя не прессую, а... чтобы ты лопнула. Понятно? Хватит голой ходить по дому. Оденься. Эта шутка у тебя уже присутствовала. Присутствовала? Ну, я обычно, когда пьяный, так шучу. Ну, такой шутки еще не было. У меня шутки, они рождаются во вселенной. Промежутки. В космосе. Твои шутки рождаются в промежутке. Я просто вселенский этот посыл для тебя транслирую. Понимаешь, все мои слова это... А это, кстати, хороший ракурс, ну, твой. Вот так вот сверху, сзади. На мою лысину? Удачный ракурс. Удачная лысина у меня просто. Это я тебе все плеш проела. Да, да, это все твоя работа. Спасибо тебе, я не нарадуюсь. Антисепси. Как там на улице? На улице... Весна полным ходом. Тепло, кстати. Снег начинает таять. Вот теперь. Вот это вот у нас такая весна. Послезавтра 1 апреля. Слушай, ты бы сама хоть раз на улицу вот вышла. Ты когда последний раз была на улице? Какая красота. Когда ты была последний раз на улице, расскажи мне. Рассада у меня загибается просто. Без солнца, без света. Даже редиска эту не растет. Она загибается без любви. Лук я вообще срезала. Что без на него любви, было. Маша. Горько смотреть. О, отлично. Снег идет. Все, доставай санки, Вадим. Пойдем весну встречать. Маша, нет любви у тебя к рассаде. Ты ее не любишь. Послушай всех этих садоводов. Ну, тебя-то я люблю, а ты вон тоже загибаешься. Слушай, загибаюсь. Ты не любишь меня, а гнобишь. Начни по-настоящему любить, и все будет четко. Это... А то только по праздникам. По твоим один раз в год, на день рождения. Да, ну, подойдет, обнимет. Ну, я типа тебя того. Что того? Типа люблю или что? Или это, не знаю, угроза? Так а как любить? Покажи пример. Ну что ж ты кино не смотрела? А у тебя что-то все холостую. Один только выхлоп. И то Маргарита всегда говорит, что это папа. Это я ее так научила. Ну да. Теперь у нас фишка. Если мама с дочкой пукают, то это всегда папа сделал. А папа никогда не пукает при людях. Вот такая вот у нас семья. Веселая, дружная, друг за друга горой. Вот так. Маргарита же знает, что девочки не пукают. Да, мама ей это вбила в голову. Теперь уже это уже все, на всю жизнь. Да, кстати, не я ей вбила в голову. Не знаю, откуда у нее эта информация. Может, из мультиков. В каком, интересно, мультик такая информация. Да во всех мультиках никто не пукает из девочек. Я ни разу не слышал. Ну, может, мы просто росли на советских этих мультфильмах старых. Кстати, современные мультики. А прикольно было, когда, помнишь, Маргарита пукнула и сказала, это бабушка. А бабушка засветилась сразу, испугалась, что, блин, как это так? Да, это подстава, реально. Не знала, куда деваться. Ну, зато в следующий раз. И ведь тут ничего как бы и не скажешь, но... что нет, это не я, это Маргарита. В следующий Никто раз. Никто ж не поверит. Ну да. Так что теперь от Маргариты буду держаться подальше. Мало ли. Так ты когда в другой комнате, она все равно говорит, что это ты пукнул. А, когда она с тобой здесь? Да. Ну так, естественно. Это просто акустика у нас такая.
Так, все, дорогие мои, печь заложена, будем разжигать. Нам вообще хватит дров. Какие? На месяц эти? Еще. Ну, не этих, а это что, наши последние дрова? Ну, это последние, которые у нас есть. Потом надо будет опять идти заготавливать. Потом надо использовать те, которых у нас нет? Ну да. Так у нас дрова уже давно закончились. Я уже тут пилю, что можно. Вон у соседа то яблоню, то грушу. Сарай у Димы, да? У одного соседа сарай начал разбирать. Я думаю, к весне мы тут почистим нормально. Будет обзор, ну, да, открытый на ландшафт. Да никто даже не заметит. Ты что? Зато чистенько будет. Можно будет здесь организовать футбольное поле. Ну или хотя бы баскетбольную площадку. У тебя кофта на камеру такая прям... такая... Позиция. Салатовая. А на самом-то деле это она. Желтые труселя на камеру. Ну, чтоб красиво было, контрастно. Только руки в саже грязные. А лысина у меня какая? Ну, уже все посмотрели. Все посмотрели. Даже не знаю, что еще вам показать, ребята. И девчата. Так, ладно. Поехали следующую печку растапливать. С этим будут проблемы. Дров-то осталось. Тю-тю. Ладно, сейчас что-нибудь организуем. Это мы сделаем. Как их не перекладывая, больше их не станет. Не, ну не больше, я просто хочу.